Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, и вы на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Феликс Риппер. Это третья часть по данной игре. Обгоревшая собака. Посмотрим, что же здесь нужно делать. Бетти плюс Феликс. Миленько. Но мы-то знаем, чем он занимается, да? Вот этот танцующий. Танцевулькин этот наш. Так, новая локация. Так, и тут что-то всего до хрена. Смотрим. Ося, ну дюва. Так, пивося. Слепого ведут. О, а что такое, пивося? Не дотянуться псу. Или дотянуться. И что происходит? Пса обжечь? Какое ужасное задание. Я такое не... Так, подожди. А что мы тут имеем? А, у нас есть прыгающая эта хрень. Что еще у нас есть? Вот это мы можем взять полено. Мы можем взять еще вот это. А это что такое? Скорее всего, какой-нибудь телепорт, типа, да? То есть мне нужно вначале вот тебя, что ли, взять, получается, да? Так, а как это сделать? А, я знаю, как это сделать. Сейчас, подожди. Так, пуш. Берем бочку, ставим ее сюда. Я говорю, ставим бочку сюда. Да? А нет, нам не хватает. А, может, до той дырки надо все-таки доползти? Ну-ка, возьми бочку. А, все, понял. Так, в дырку могу плюхнуться. Ой. А, это телепорт. Ну, мы оставляем там бочку. Так. Я в тени или я не в тени? Тут-то непонятно. А вот сюда, если... Так, я в тени. Подожди. Но так-то что-то совсем тени нету. Подождите. Надо как-то взять вот эту баклаху. Куда я эту баклаху могу деть? А если я ее вот сюда, подожди, подставлю? Все правильно. Пульк. Все правильно. Теперь мы идем вот сюда. Так. И ставим бочку. Да ё-моё. Поставь вот сюда, пожалуйста. Нет. А что нужно сделать тогда? Подожди, может быть, я что-то еще здесь могу взять? Нет. Подожди, а ну-ка нырни-ка еще раз в дырку. Так, подожди. А если мы... А мы не можем нырнуть с этой штукой, да, никак, никуда. Но если мы так ставим, нам не хватает. А, подожди, может быть... Стоп! Вот теперь прыгай. Солнце с той стороны прыгает, да? А если мы ее вот сюда поставим? Да, все, теперь хватает. Теперь идем в дырку. Так, теперь идем в дырочку. Теперь из дырочки забираем это. Наше чудо. Подожди, а тут тогда как? Так, подождите, что за тупнялово? Тупнялово.
Мне, по идее, нужно забрать вот эту хрень и поставить туда, и тогда я доберусь до туда, правильно? Вроде да. А как ее взять-то? Непонималово. Сейчас, подожди, тут были подсказки какие-то. Показать следующий шаг. Воу-воу. А, я бочку могу вот сюда поставить. Все, понял, господи. А я не догадался, соряныч. Я бочку могу на пень поставить. Я не знал, это новый какой-то прикол. Так, и теперь у нас... А, ну... Теперь мы сюда можем пройти. Взять эту хрень. Ставить сюда. Правильно? Нет, неправильно. И опять неправильно. Подожди. Подожди, мне нужно, короче, туда опять пробраться, правильно? Потому что там я... А, нет, тоже не могу. Или могу? Подожди. Нет, не могу. Что за следующий шаг? Подожди. Ё-моё, как сложно, слушай. Хорошо, я понял. Сюда, говорю, иди. Так, хорошо. Берем полено. Так, а что мне нужно? Мне нужно просто дойти до сюда, правильно? Или нет? Да, тогда мы берем полено. Так. А если я бочку убираю, я могу достать до... Смогу достать... Мне нужно пройти туда. Вот так делаем. Берем это. Ставим сюда. Нет. Подожди, а полено вообще тень дает какую-нибудь? Одну клетку она дает? А в смысле, а зачем мне полено тогда? А, полено нужно положить туда, в бочку. Все, я понял. Так. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Проход только получается вот сюда. Правильно я могу сделать проход? Так, еще раз дай, пока зажи еще, пожалуйста. А, в костер полено. Так, хорошо. А, ну правильно, поджечь полено мне нужно. Так. Я же там прохожу. Так, берем теперь полено, которое это... А как туда-то дойти? Мне нужно, по идее, вот сюда все поставить. Так, положи-ка сюда поленко, подожди. Мы забираем вот эту штуку. Ставим... Нет, подожди, мне нужно бочку забрать вначале. А, или без разницы. Я же бочку могу поставить на эту хрень? Да, могу, поэтому забей, пофиг. Мы берем вот эту хрень. Ставим ее сюда. И так, берем эту штуку. А, солнце оттуда светит. Она мне одну клетку-то хоть даст или нет? Нет, не дает она мне клетку. Тогда ты пока подожди здесь, постой. А, мне нужно как бы вот сюда бочку эту поставить. Подожди, сейчас. Нет, я тогда себя тут запру. А, не запру. Ё-моё, что это такое? Что за прикольчики начались-то? Мне нужно забрать, короче,
полено. Подожди, мне нужно вот так сделать. Шари. Ой, стой, я вру, поврал, наврал. Сделай вот так. Вот так сделай. Сделай. Ай, да ёптель, не так. Ну сделай ты, забери ее. Мне нужно полено забрать. Сейчас, подожди, стой. Да, полено я могу забрать, все. Вот сюда. Я забираю полено. Я ставлю это сюда. И не могу туда пройти. Что за бред? Еще раз покажи. Подальше, типа, положу. А почему? Ну, правильно же. Но я что-то туплю. Совсем туплю. Ребят, ну вы простите, пожалуйста. Туплю, совсем туплю. Что? Куда мы не идем? Эк. И поленку туда. Все? Да, отлично. Мы прошли. Ну, не без подсказок, конечно же, но прошли же. Все-таки, да? Все-таки прошли же. Я что-то не догадался, что полено надо поджечь. Я надеюсь, собачка не пострадает, а только вот эти людишки. Попку подожгли, ну... А, не, не подожгли. Мы просто отвязали собаку. Я думал, собачки попку подожгли. Так, хорошо. Мы сделали заданица. Делаем гриль. Погнали. Погнали делать грильчанский. Я надеюсь, опять же, не из собаки. Так, а у нас... У нас с каждым уровнем все как бы там немножко тяжелее. Загадочки-то, да? Так, слепыш. Слепошара. Он... Делаем гриль. Мне нужен от люка в костер положить. Так, музыку врубай и погнали. Эу-эу. Так. Эк. Так, а как тебя, а где кнопка? А, кнопка там. А, понял. Нет, не понял, подожди. А что же мне, я же не протолкну туда этот. Подожди, где дырка-то? Где телепортная дырка? А, телепортная дырка, в любом случае, она открыта, да? А, я понял, мне нужно... Я понял. Почему не могу? А, и так не могу. А мне нужно, короче, чтобы она отъехала. Как это, что, как это сделать? А, взять... Нет, не получится ее взять. Я получится взять только вот отсюда. А больше ничего нельзя тут взять-то, подожди. А вот на эту я могу поставить? Что это мне? А, это все мне даст, да, прыгай. Прям бочку. А, или можно сундук? А, или можно бочку, неважно, да, сюда ставим. Так, уходим в дырку. Так, нажимаем. Почему не нажимаем-то? А вот теперь. И теперь не нажимаем. Так, подожди, я же озадачил. Почему не нажимается-то она? Не, вот так это правильно, стопудово. Не хочется, да? А-а-а-а-а-а-а.
Так, давай-ка в телепорт опять. С коробкой я в телепорт не могу, правильно? Да, не могу. Но это логично. А, подожди. А, ну. Мне как бы вот сюда надо, по идее, поставить. Нет, не поставится туда. Туда же я не могу ничего поставить. Ну-ка, дай шаг. Бочку. А сюда эта хрень, а сюда бочку? Семен Семенович, ёшкин кошкин, это было так просто. А, какая разница-то, что бочку поставим мы? А, мне нужно вот это, короче, да, туплю, как не знамо кто. Извиняюсь, ребят, мы прыгаем, короче, сюда. Бочку сюда перетаскиваем. Или нет, подожди, покажи. Да, все правильно. Ну, поставь. Уходим в дырку. Берем хрень. Да, это просто. Я, да, я туплю. Что-то слишком ты тупишь много. Теперь мы можем взять бочу. Бочу на бочу. В смысле, на вот эту хрень. Я сюда не могу пройти? Почему? А, сюда вообще нет проходки. Хорошо. Надо тогда с той стороны это делать. Бульк. Угу. Так, теперь вот так делаем. Идем сюда, забираем эту хрень. Чпуньки. Чпуньки! Так, теперь надо как-то пройти туда. Я не могу? Могу. А, или можно я его туда запихну? Закрыл. Закрыл люк. Мне нужно... Вот здесь я не могу пройти. А если я пуш нажимаю... мне, короче, нужно забрать вот эту хрень. Полюбас. Теперь я могу пройти вот всю... Тасики. А подожди, а зачем я брал? А зачем я брал? А, так все правильно, мне нужно вот сюда, чтобы... Подожди, не понимаю. Я же могу уже все взять. Поставить. Я же уже могу взять, правильно? Поставить. Отнестись сюда, сяся. Все, нет. Е-е-е! Слушай, ну это попроще, короче, чем первый. Либо как бы, ну, логика начала какая-то включаться, маломайская, да? То ли смог. А может и не смог. А что, не покажут, что произошло там, нет? А, сейчас покажут, или нет? А что не показали, что произошло? А, да потому что ничего не произошло. Мы просто взяли и гриль сделали, и все. Теперь посмотрим, что здесь у нас. А кого он все ищет, я не могу понять. А пса? Реально? Но пес же потерял кого-то. Доставить галстук собака, все понял. А, галстук нужно забрать. Где галстук? Или просто... А, мы просто можем пса этого... А как тебя взять? А, да ладно, ты просто берешься. Серьезно. А ты через дырку можешь проезжать? Подожди, а дырка куда? А, там еще и солома есть, и это. А ты в дырку пролазишь, нет? Так, стоп. Вот
Ты сюда? Да, ты бери. Блин. А мне собака хоть тень даст одну? Или не даст? Одну даст. Так, хорошо. Нет, не так. А, подожди, может быть, надо вот так сделать сейчас. Пульки. Мульки. Так, вот да. Собаку я же могу забрать или нет? А, собака мне не даст. Ну, собаку, наверное, нельзя сделать шмуньки-пуньки, да? А, так стоп. Я туда не могу, потому что мне нужно собаку забрать. А собаку мы забираем. Да, вот так мы берем собаку. А, нет, так мы не забираем. Да, забираем мы так собаку. Мы идем вот сюда, шмуньки. Да ё-моё, не шмуньки. Значит, надо подальше отодвинуть себя, собак. Так, тебя забираем. Хорош. Уходим в телепортиал. Бульки. Бульки-шмуньки. Так. Убираем бочару. Я же не сгорю, не сгорю. Так, теперь мне нужно, короче, мне нужно пройти вот до туда. Нет? Да, поставь сюда. А, нет. А, подожди, мне нужно бочку забрать. Да, теперь я забираю бочку. Так, подождите. Так, что дальше? А, дальше вот так вот. Я же могу забрать, вот так сделать. Да, могу. Да, так все правильно, вот сюда мы идем. Ставим бочку сюда. Правильно же или неправильно? А теперь как вот оттуда дойти? Я в тени, получается? Да блин, да и... Мне кажется, через телепорт надо, нет? А, ну это мне ничего. А, даст. Нет, не даст. Блин, подожди. Сейчас надо подумать. Надо как бы... Нет, подожди, поставь сюда. Дай подсказку. Не могу. Я должен уйти в портал. Ну не, я-то догадался, что мне нужно в портал. А как дойти в портал? Как дойти в портал? Нет, Стопенский! А, я вот сюда могу поставить. Нет, подожди, не могу. А, какой тупняк начинается, да? Ну, очень простое решение, но нужно, подожди, нужно подумать, как это сделать. Если я вот сюда перейду,
сделаю вот так. Если я сюда поставлю, мне ничего это не даст, правильно? Да, это мне ничего не даст. А как это сделать-то? Он на две клетки дает. Мне вот туда надо, короче, на клетку передвинуться с этой штукой. Или нет? Ничего не понимаю. Так это мне ничего не дает. Ну и вот я сюда перешел, и что дальше-то? А каким образом-то я туда должен попасть? Непонимание вообще полностью, как это нужно сделать. Подожди, может быть, мне нужно бочку снять? Вот сюда... Не, я не знаю куда. Бочку вот сюда, например, поставить. Ну-ка, давай попробуем. Нет, не знаю, что делать дальше. Теперь бочку типа снять. А, нет. Хрен. Вот так взять бочку. Я в тени или нет? А, я в тени. Да ёптель, ёптель, моптель! Бесишь? Нет. Короче, какая-то... Блин, зря я на самом деле эту подсказку ссаную использовал. Она мне ничего вообще не дает. Мне нужно, короче, на две клетки как будто там оказаться, в смысле... Нет. Не знаю, короче, что надо делать. Не знамко! Так, короче, я здесь что-то очень сильно туплю. Я не знаю, что надо делать. Сейчас, подожди, а если я... А, я не могу взять ее, могу только вот здесь... А, подожди, а если вот так... Нет. А, вот сейчас-то я могу пройти, по идее, да? А, нет, не могу. Я очень сильно туплю, я реально не знаю, что надо делать здесь. Подожди, а если вот так сделать? Я сейчас могу пройти? Нет, а если вот так?
Ага, значит, мне нужно на одну переставить эту хрень. Бочку, короче, сюда подвинуть. Как это сделать? Мне нужно бочку сейчас взять. А, все. Эй-эй-эй-эй-эй, вру! Сюда иди. Все, я понял. Мне нужно вот так сделать. Да, все правильно. Вот так вот. Теперь я могу взять бочку. Нет, не могу, ё-моё, что за бред? Подожди, а если я вот сюда и бочку могу взять? Да, все, вот теперь. Или может быть сюда бочку? Нет, мне нужно бочку, короче, вот сюда только поставить, на второе место. Я не... А как это сделать-то, я что-то не понимаю. Вот сюда, мне на это место нужно бочку поставить. А, все, понял. Так, я забираю эту какашку. И что дальше? Там нет проходки. Ты чё за уровень-то жесткий какой-то? Как это сделать? Не понимаю вообще. Я не понимаю, что надо сделать. Ну, и что дальше-то? Да, я там солнце, я понял. Я не понимаю, короче, что мне нужно сделать, потому что я что-то вообще туплю жестко. Подожди, а его так получится? Да, вот так, все, ёп, кальмалёк. А, это вот так? Все, ё-моё, и это просто жесть. Это просто жесть. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вроде все просто. Так, подожди, но не просто. Я так в солнце. Мне нужно забирать собаку. А как мне дадут дойти? Отлично, жестко, очень жестко. Так, теперь мы забираем, ну давай тебя, а без разницы, они же одинаково дадут, дают или нет? Да, они одинаково, они... я сказал, они... А, мне нужно поменять местами, все, я понял, сейчас мы вот так берем, теперь ставим тебя, теперь забираем тебя. Так... Угу. Адские миссии какие-то, реально. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Ха-ха-ха-ха-ха.
Жареная ножка. Так, что у нас тут на этом уровне? У нас тут Феликс, опять же, да? Феликс, так. Лапа свиная или куриная. Это какой-то большой птеродактиль. Жареная ножка птеродактиля. Лапу птеродактиля положить на... Угу. Так, музака. Так, что у нас здесь? У нас есть здесь две кнопки. Есть пень. Камни есть какие-то. А, забираем эту хрень, понял. Ай, нет, не забираем. Подожди. Вот теперь... Вот теперь забираем. А я хрен знает куда. На пень, может быть? Я могу пройти? Могу. Пень нам что даст? Отлично. Пень нам что-то дал, подожди. А, мы можем через этот туда булькнуть. Булькнуться, правильно? Я могу сюда пройти? Да, могу, отлично. Я могу телепортнуться. Или подожди, или не телепортнуться. Мне нужно забрать ножичку вот эту вкусненькую, да? Так. А мне нужно отодвинуть вот эту лошадь. По идее, да? И я тогда пробегаю, типа. Или нет? Так, ладно, давай-ка дойдем сюда. Вот это вот что он? Это что отодвигается? Лошадь отодвигается. Так, теперь. Лошадь отодвигается. А почему звук стал кривой какой-то? Алло. Или это музыка такая задумана? Так. Подожди. А, мне нужно отодвинуть вот эту хрень. А мне нужно забрать, типа... Камень надо забрать. И вот этот камень... А, подожди. А ну-ка, вернись сюда. Я могу забрать... Стоп. Я не могу забрать камень пока что. Мне нужно забрать тот камень. И этот отъедет сюда. Правильно? Да, давай, пойдем так сделаем. Мы просто забираем этот камень и кладем его вот сюда. Отъезжает-то лошадская. Правильно или неправильно? А, подожди, неправильно. Все, вот, не... а я могу с камнем уехать? Где камень? А, камень остался. Нет, не могу, подожди. А как тогда быть? А, все, понял. Мы ставим сюда камень. Да нет, 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 ставь камень, говорю. Ставим камень, прыгаем сюда в дырку. Почему ты так сделала? Все правильно, да. Идем сюда. Делаем пуш. Встаем сюда. А нет, не встаем сюда. Подожди, а как же там было? А, вот так, мы забираем камень. Так, теперь камень кладем, получается, сюда. Так, хорошо, лошадь уехала. А что нам нужно? Нам нужно ногу поджарить. Поджарить, типа, здесь. А мы там пройдем или не пройдем? А, нам нужно перетащить. Все, понял. Мы берем хворост. Это же хворост вроде называется. Мы берем хворост. Ставим его... да, ё-моё. Да, все правильно. И мы ставим вот на эту телегу и перейдем туда и заберем курицу, и все. Наверное, так. Слушай, ходов что-то там много. Слушай, ну тут видишь, короче, первый был сложный, второй нет, потом опять сложный, потом опять этот не, это такой уровень. Ну как бы мы ставим его вот сюда, делаем пуш, доходим до елки, да? От елки мы доходим до курицы, забираем курицу. Нам нужно как бы туда попасть теперь, да? Так, ну нам тут-то нигде не выбраться. Так, подожди.
А теперь мне нужно обратно... Блин, подожди. Подожди, подожди, подожди. Курицу поставь. А этот камень от той лапы. Так, тогда мы камень сюда кладем. Берем курицу нашу. Так. Нам нужно через телепорт проникнуть. А как это сделать? А как это сделать? Подожди, я могу курицу сюда положить? Стоп. Я же могу пройти туда вот и сейчас положить туда курицу. Так, ну если это простой уровень, то последний должен быть вообще жесткий, потому что... Да, все, я понял, нормас. Мы теперь просто прыгаем в дырку и все. Может там в тени вроде? Бульк. Берем курицу. Почему не можем взять? А почему мы... Нет, не понял. Подожди, тогда не так. Тогда надо, знаешь, как сделать? Смотри, все, я понял как. Идем сюда. Мы забираем курицу. Все, 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 все. И кладем ее вот на эту хрень. Нажимаем камнем туда, она уезжает, и мы проходим. А, подожди, а как мы проходим? Мы проходим? Подожди. Курицу надо положить вот сюда. Так, сейчас, стоп. Курицу сюда можно положить? Я не могу пройти, почему? Мешает камень? Ага. Ага, мы берем камень. Так, и кладем сюда. А, подожди. Нет, подожди, не так. Все так, все правильно. Мы берем хворост сейчас, смотри. Мы берем хворост опять свой. Ё-моё, вот это на самом деле... Не, ну тут как бы логично все, в принципе, да? Но очень как-то, ну, муторно немножко, да? Не, очень много передвижений. Очень много передвижений. Так, и теперь мы можем запрыгнуть в дырку. А, нет, а, да, мы можем запрыгнуть в дырку и солнце повернем. Бульк! Слушай, ну как ты сдержался, Феликс, ты не захомячил такой кусок вкуснятины, а? Так, и кладем сюда. Все, отлично. Танцуй, все будет окей, ла-ла-лей. Окей, ла-ла-лей. Кусочек свинятинки. Запах ветчины. Так, и последний, получается, уровень, да, сейчас в этой части будет. Смотри, ну тут везде написано, как ее зовут, Битти, Батти, Батти плюс Феликс. Так, что здесь у нас? Здесь какая-то жопа будет, реально, потому что тяжелый будет уровень, я прям, ну, уверен в этом. Так. Ага. Бабуся. Что такое? Что за гав-гафыч? Такая, да? Запах ветчины. Запах ветчины. Запах ветчины. Надо ветчинку на этот. К ней туда. Ой, посмотри, сколько здесь всего. А красное это что? Красное это смерть? И что? Так, ладно. Нет, значит, бочку забираем. Хорошо. Нет, не так, вот так. Не, не так, вру. А, блин, нет. Что это мне? А, все правильно, да.
Ай-яй-яй, нет, неправильно. А куда мне телепорт? Вот сюда направят? Да! Через телепорт... Через телепортянский сейчас нужно уходить. Так, через телепортянский мы уходим. А что здесь? А там что-то там. А что там? Бочку мы не можем эту забрать. Мы можем нырнуть только сюда. А что мы здесь можем сделать? Мы можем здесь сделать только какую-то... О, я даже не знаю. А что мы можем сделать здесь? Вот сюда, если поставим. Заберем бочку. Ставим ее сюда. Это нам ничего не дает. Так, а если бочку сюда? А эту хрень сюда. А вот я не знаю, как лучше. В какую сторону. Подожди. Мне нужно, по идее, забрать вот эту бочку сейчас. Или нет? Нет, мне кажется, что да, лучше я все-таки вот так сделаю. Мы прыгнем сюда. Да, и мы вот сюда вот так вот сможем забрать бочку. А! Нет. Не сможем мы забрать бочку. А как я туда поставлю две штучки? Не поставлю туда две штучки. А, я понял. Мне нужно за нее было поставить. Чтобы вот эта дорога была. Мне нужно вот так сделать было. Правильно? Да. Ныряембо. Уходямбо. Ой-ой-ой, хорош, хорош. А ты чего делаешь-то? Зачем ты это делаешь? Почему я в солнце? Я в солнце! Давай подсказку возьмем. Вот эти две штуки вот сюда. А почему сюда? А-а-а, ничего себе. А я не видел просто эту клетку. Сорямбо. Так. Окей. А, и теперь мы якобы можем забрать ту штуку. Подожди, а каким образом? А, я пошутил. Так. Забрали, хорошо, что дальше? Мне, по идее, надо... Вот сюда я могу поставить тебя? Это хватает там, да? Сейчас, подождите, ребзи. А что теперь-то делать сейчас? Я нет, не могу так сделать. Если я так заберусь... Не, мне тоже ничего не дает. А! Блин, я только туда могу поставить, а там я не могу пройти. Я вот здесь не пройду. Так, давай подсказку еще одну возьмем. Эту бочку туда. Почему? Что это мне дает? А куда эту бочку нужно было? Подожди.
Так, и что? Подожди, не понимаю, и чего она мне дает, эта бочка? На нее можно кого-то поставить? Собаку, типа, например? Она даст еще одну клетку, типа, да? Нет. А что дальше? Че, вообще туплю? Эту бочку поставить туда и взять собаку, правильно или нет? Хорошо. А, извиняюсь. Эту бочку поставить вот туда вот, да? Подожди, куда поставить? Вот сюда вот поставить бочку. Да, вот ее поставить и... Так, и что это дает-то мне? А теперь вот... Сейчас, подожди, вот эту бочку типа могу забрать. Так. Подожди. Мне, короче, нужно две бочки, типа, составить. Правильно я понимаю? Поставить. Стоп! Стой сюда. Сюда ты можешь поставить? Да, хорошо. Так. А, ага. Отлично. Так, мы взяли курицу. Мы можем взять же курицу? Да. А теперь что мне нужно? Мне нужно ее подвесить. Вот туда. А, так а теперь в другом просто порядке мы идем. Сейчас. Мы забираем тебя. Идем туда, насколько я... Если я правильно понял. Так. Теперь мы забираем курицу. Курятину. Идем сюда. Ставим эту хрень. Я до сюда могу дойти, правильно? Да, правильно. Так. Да, доходим, да? По-моему, доходим. Так, мы теперь... Мы же с курицей можем, по-моему, попутешествовать или нет? Или не можем мы с курицей путешествовать? Ага, не можем. А, так я на курицу. Ой, на курицу. На эту поставлю сейчас. Вот так вот. Но у меня есть подозрение, что мне туда нужно будет скататься, переставить те бочки. Вроде как. Да, мне нужно будет сейчас туда съехать. Почему? Мне все хватает, но мне не подобраться к курице. Чтобы мне подобраться к курице, мне нужно вот здесь, чтобы что-то стояло. Так. Подожди, если я забираю... Да, мне все хватает, кроме... Вот здесь мне не хватает. Не. А, стоп. Ну да, все правильно. Вроде же, да? Мы идем вот сюда. Кушаем. Забираем курятину. И идем просто тупо туда. Еее! Не успел я отвернуться, ты уже сделал так много, Феликс. Я знал, что ты далеко пойдешь. Порталифт это как лифт и как портал. Бетти тоже в таком ездит. Заходи уже. Так, смотрим, что получилось у нас. Тобик! Тобик! Зачем только собачку нужно было убивать? Ну ладно.
Ну это долгая миссия была, минут сколько? 8:30, ё-моё. А, в принципе, следующая глава, да, у нас? Ну ладно, ребят, на этом остановим данную серию. И, да, все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмэнга, всем счастливо, всем пока!